Вас приветствует Zeba Academy, и в этом видео мы рассказываем о том, как мы видим мир. Глаза удивительно сложны и эффективны. Они преобразуют свет в изображения, которые мозг может интерпретировать. Эта уникальная способность позволяет нам видеть окружающий мир и взаимодействовать с ним. Роговица и хрусталик играют ключевую роль в фокусировке света на сетчатке. Они обеспечивают четкое зрение. Благодаря этим структурам мы можем четко видеть объекты на различных расстояниях. Сетчатка содержит клетки, способные реагировать на свет. Они преобразуют свет в электрические импульсы. Затем эти импульсы передаются в мозг для дальнейшей обработки. Электрические импульсы, создаваемые светочувствительными клетками, направляются в мозг. Зрительный нерв выполняет эту функцию, соединяя глаз с мозгом. Это запускает процесс преобразования света в изображение. Мозг преобразует импульсы в изображение, при этом различные его области специализируются на аспектах визуального восприятия, позволяя нам фиксировать детали окружающего мира. Различные участки мозга специализируются на аспектах зрительного восприятия, включая цвет, формы и движения, что помогает создать целостное и четкое изображение. Мозг координирует работу различных областей, создавая целостное восприятие мира, что позволяет нам наслаждаться жизнью и взаимодействовать с окружающей средой. Благодаря этому сложному процессу мы можем воспринимать мир в его разнообразии и наслаждаться красотой пейзажей, людей и искусства, что обогащает нашу жизнь. Спасибо за просмотр и не забудьте подписаться на Zeba Academy, чтобы получать больше интересных видео.